Поселок Никольская Слобода. Теннисный корт с покрытием искусственной травы. Работы были разбиты на два этапа. Осенью было сделано основание, асфальт, установлено ограждение, светодиодное освещение и постелен ковер. Вот весной был засыпан гранулят и устранены все недоделки. Вот такой прекрасный корт получился. Установлены также баскетбольные щиты с переменной высотой. Площадка также укомплектована воротами для мини-футбола и столбами для волейбола. Смонтирована игровая стенка еще.